доброе утро. Сегодня 27 сентября. А погода на море все так же солнечная и жаркая. Все, наконец пошла на море. Опять этим зонтиком везде стучусь. Вчера вечером мы встретились с моей подписчицей, с Татьяной Шутовой. Танечка, огромный-огромный тебе привет. Мы очень здорово с тобой вчера поболтали, посидели. Погода была прекрасная, море шумело. Таня приехала сюда ненадолго, в Лазаревское. У нее на отпуск очень-очень большая культурная программа. Она поедет в Дагестан на несколько дней, потом поедет в Абхазию. Так что пожелаем Тане отличного отдыха, ярких впечатлений и позитивного настроения. Эх, сегодня холодные. Второй раз за мной бабушка. Водичка грязная. Глазили, что ли, мы? Я буду. Все-таки тянет меня в ту сторону, на тот пляж. Что-то мне к Сан-Марино уже не хочется ходить. Меня там вчера зонтик унесло. Ветер был. Ну, сейчас тоже ветер. Так что не знаю, как будет зонтик стоять. Вот на этом пляже даже как-то посвободнее. Пляж Счастье, по-моему, называется. Счастье. Через Бекуща. Ну, тут и прилягу. Подводных сил не получится. Вода мутная. Очень страшно. С вами уже много раз ныряли. Ветер сегодня, кстати. Может быть, меня плохо слышно. Дима идет. Очень трудная работа, вот так попробуйте походить целыми днями по жаре, по камням. Дима, каждый раз, когда мимо меня проходит, рекламирует мой канал. Дима, огромное вам спасибо за это. Мне кажется, половина подписчиков уже только по вашей рекламе подписались на мой канал. А я сейчас искупалась, заходить и выходить тяжело, ну волна, потому что. А так вода красная, теплая, хотя и, ну, по ощущениям градусов 25, наверное. Прям замечательная водичка. Я почти до брюков сплавала на подушке. Прям хорошо, не замерзла абсолютно. Очень-очень сильный ветер сегодня. Но у меня опять пахлава. Давался им огромный привет. Уезжайте в Лазаревское. Всех на воду. Ребята, волны кричат. Я сейчас залезу в воду, подушки опять. Вот у меня подушка на ручке. Ветер такой сильный. Короче, я каталась на волнах. Это тоже аттракцион. Я вам скажу. Вас тоже искупаю на этих волнах. Немножечко сейчас отдохну и сходим. Вода подбирается уже опять сюда ближе и ближе. Хорошо, что я там бегла. Короче, нужно идти, пока совсем волны не будут большие. Сейчас надену вот этот пакетик. Конечно. Вот это вот действительно страшно. Но тут главное поймать ритм волны
и заходить, вот когда она вот такая слабая. Когда высокая, как бы переждать. Вот сейчас надо переждать. Прям до ног. Сейчас можно зайти, в принципе. Посчитать надо. Да, сейчас спокойно было, можно было заходить. А теперь придется ждать. Ждем. Ждем. Заходим. Ждем. Зашли. Все, зашли. И отгребаем от берега. И катаемся. Дальше надо от берега отплыть. Вода в рот попала. Ох, там волна какая, смотрите. Ух, как! Жду к захвату. Там вон девушка тоже на подушке плавает. Вода теплая. Работники проката собирают все аттракционы в гараж. Потому что смысла сегодня нет держать. Опасно сегодня кататься. Надеюсь, завтра шторм не будет такой силы. Ну, вообще, надеюсь, кончится. Ох, какая волна. Сейчас еще развернемся. Берегу. Вроде хорошо уже, далеко отплыла. Надеюсь, вас не укачивает. Ну, сносит в сторону Сочи. Надо грести в Туапсе. Волнах. Не знаю, как меня видно. Все, пора выходить. Палости хватит, мусор всякий тут плавает. Так, я, Дима машет. Машет Дима. Увидел меня в море.
Всё, тоже надо выходить очень аккуратно. Также дождаться снижения волны, чтобы попасть в ритм. И аккуратненько подвязать, чтобы не сшибло вот такой волной. Почти что уже у берега. Оп. Так. Все, теперь надо аккуратненько нащупать дно сначала. Не слететь с подушки. Тоже задача. Надо теплая такая. По-моему, теплее стало, чем когда я пришла. Так, почти что дно достало. Да, все, я уже дно достала. Теперь ждем низкую волну. Большая волна. Сейчас тоже большая будет. И сейчас тоже будет большая. Все, надо выходить. Так, еще чуть-чуть. Все, можно выбегать. Все, выбежали. Успели, смогли. Мои вещи вон где. Надеюсь, нормально записалось. Огромный вам привет! Я еще раз искупалась. Видимо, я уже на солнце перегрелась, вода какая-то прохладная показалась. Хотя под конец, уж когда вылезала, как будто бы уже нормально, привыкла. Волны чуть-чуть поменьше стали. Надеюсь, завтра шторма не будет. Хочется покупаться, поплавать в конце отпуска. Тем более, что обещают, что скоро погода испортится. Дожди будут, облачность. Хочется накупаться. Пляж пустой уже почти. Шикарные.
выплескивает сюда на берег. Даш, совсем опустел. Почти никого вокруг нет. Одна. Жду закат. Уже совсем скоро. Потихонечку собираю. Подушку сдула. Вот она у меня. Как я вовремя собираюсь. Чуть не залила. Вон вода где. Докуда дошла. Практически до меня. Какая-то волна прям поднялась. Вроде никто не проехал. Резко так. Вот опять. А это уже слабое. По сравнению с той волной. Ой, какой сегодня красивый закат. Он каждый день здесь красивый. Конечно. Сейчас опять встретила Аню и Сергея из Череповца. Ребята, снова вам огромный-огромный привет. Спасибо, что вы меня смотрите. Вообще так приятно. Спасибо, что подошли ко мне снова. Солнышко садится. Люди развлекаются в лулах. Мужик катается прям. Такое солнышко. Это тоже аттракцион бесплатный. Иду через парк домой. Какая тут красота. Ой, это пицунская сосна, что ли? Такие иголки длиннющие. Вот с мою ладонь. Вот эта вот штука. Растение. Очень интересно. Кипарисы. Я решила снова поужинать в центральной столовой, где находится, это вот здесь, рядом с переходом. То есть Павлова, по-моему, улица. Это переход. Ну, как всегда, уж, ребята, конечно, куриный биток с картофельным пюре, компот. И взяла с собой две запеканки. Греть их не надо. На завтрак очень вкусно будет покушать. Вот такой вот чек. На 335 рублей. Я уже дома. Вот такой закат. Все, небо уже совсем потемнело, пока я дошла. Всем пока, ребята. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока. С
с яхты пускают, салют.